Джош Карин со своими партнерами на площадке магнитогорцев. Полетел вперед Джош Кестнер, американский нападающий. Адмирал, хорошая передача и великолепный момент. Отличная комбинация, которую завершал Дмитрий Лугин, уже поигравший на Дальнем Востоке. Великолепно. И Кестнер, и Калетник, и Лугин, подключившись к атаке, здорово разыграли эту шайбу и довели дело до броска.